Многие пациенты, заменив старые полисы обязательного медицинского страхования на новые, ставят на этом точку, забывая о небольшом нюансе. Новенький полис подлежит прикреплению к амбулаторному участку. Без этого записаться по электронной очереди к врачу очень сложно. В основном приходят прикрепляться те, которые не могут записаться дома через интернет. Либо люди, которые приехали в наш город с других городов, переехали. Процедура прикрепления абсолютно безболезненная и занимает считанные минуты. Главное иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Ксения – нечастый гость медучреждений, однако с правилами знакома. Нет, не сложно. Просто мне сказали спуститься, чтобы проверить, прикреплена ли я к участку, чтобы потом можно было записаться через терминал без проблем. Врачи напоминают, прикреплению подлежат не только новые полисы обязательного медицинского страхования, но и временные. Если у вас старый полис или нету полиса, пожалуйста, обратитесь в любые страховые компании, Чулпанмед, да, Акбарсмед, Спасение, труда в этом нету, заказывайте полис. Если вам там дают временный полис, вы временный тоже прикрепляете, как получаете основной полис, также закрепляете, процедура одинаковая. Заявление для прикрепления полиса можно заполнить прямо не выходя из дома. Вся информация для этого есть на сайте Нижнекамской центральной многопрофильной больницы в разделе «Права пациентов». После того, как вы заполните документ, нужно его распечатать и принести в регистратуру своей поликлиники. Екатерина Разина, Евгений Лазаев, Новости НТР.